Вот привезли двигатель с капиталки. Сейчас будем распаковывать, смотреть, что там нам привезли. Будем устанавливать, потом собирать эрку. Вот, откапиталили, поменяли новые кольца, вкладыши, новые колпачки маслосъемные. Все прокладочки, все новенькие стоят. Поменяли блок. В коробке пары шестерен поменяли. В том блоке никосиловое покрытие отскочило, поэтому пришлось менять блок. Денег, конечно, это стало немало, но тем не менее потом установим. Болтик один потеряли, видно. Стоит обычный. Ну, посмотрим, потом запустим, поставим, запустим. Как оно будет работать? Вот эта эрка. Всю выкрасили, тоже покрасили. Будем собирать. Еще с проводкой тут тоже надо помудрить. Ну ничего, будем делать.